Ну что, вижу, все знакомы. Что за дела, Доминик? Да, чё ты нас притащил с другого конца света? Есть у меня работка. Работаем быстро и тихо. Никто не должен успеть понять, что мы там были. Ты что, хочешь взять полицейский участок? С ума сошли? На кону 100 миллионов долларов. Ну-ка, повтори. Я в деле. И все это, чтобы поймать двух человек? Один бывший коп перешел на сторону банды. Второй – закоренелый преступник. Дважды сбегал из тюрьмы. Мы их находим, ловим и тащим обратно. И самое главное – ни за что не подпускаем их к тачкам. Мы возглавили список особо опасных преступников. Теперь всю жизнь убегать. Тогда это не свобода. Тебе конец, Торетто. Вот это ты зря. Это уже даже не миссия невыполнима. А миссия, не мать ее, вменяема. Обратной дороги нет. Рано или поздно нас упекут за решетку или зароют по кусочкам в канаве. Но не сегодня. Форсаж 5. Кино с 28 апреля.